как круто, Игорь! Тебя реально фильм сняли. Слушай, ну это вообще дело не в банке было, а на улице. Тибок этот на меня не очень похож. Да хорош. Вместе пойдем в кино. В городе появился настоящий супергерой, которого боятся все преступники. Он бесстрашен, силен и крайне привлекателен. Майор Гром – это символ спокойствия и безопасности Санкт-Петербурга. Но хватит ли его авторитета, чтобы остановить массовые сокращения в полиции? Хотите соревнования? Один дрон против лучших ваших парней. Хорошее предложение. Торжественный момент, друзья. Будущее полиции встречается с прошлым. Простите, а сколько такой пылесос стоит, может? Господин Хольт, боюсь, нам придется пересмотреть условия сделки. Как говорится, don't worry, be happy. Initiate plan B. Около 16 часов дня на Дворцовой площади раздался хлопок. Повлекший за собой обрушение стелы. Ситуация под контролем. А где майор Гром? Ему что, нечего нам сказать? Мы можем тебе как-то помочь? Не лезьте в это дело. Для организации терактов Хольт нанял призрака. Превосходный боец. Хакер. Подрывник. Как его поймать? Чтобы победить призрака, надо бороться с ним его же методами. Ты только подумай, стоит оно того или нет. Страшно. Смотри, короче, мать, как было дело. Валимся мы с Димоном, с Кентом с вами. Я вижу, что просто пассажир не всасывает. Бэх, просто роняю его, вся эта грядка налетает. Я начинаю разбрасывать просто. Может, хватит? Ну, я говорю, ну, хватит, ну.